Можно, малыш. Рокки, можно. Можно, на. Ты чего? На, на, на. Нет? Как-то ты не любишь куличи, не любишь пасочки? Чё ты возмущаешься? Что такое? Прям так агрессивно? Воу-воу-воу, Рокки. Какие-то просто немыслимые дела. Я не пойму, какой хаски религии, что он отказывается кушать пасочки, куличи. Всем приветик и счастливой Пасхи. Христос воскрес, ребята. Лера даже так расстроилась, что плачет. Не переживай, Рокки сейчас будет кушать пасочку, будет кушать. Я шучу, просто она режет лук. Ненавижу резать лук. Вот тебе пришла помощница. В комментариях надо смочить холодной водой, я все знаю, все равно. У меня слишком чувствительное зрение. Ну вот, пришла помощница тебе помогать. Давай, Лекси, давай. Вот, все такая, я легко, изи-катка, сейчас все организуем, да, малая? В этот год не все дошли посвятить пасочки. А как вы относитесь, что начали светить пасочки по интернету онлайн? Реально сейчас проходят не только службы. Есть такая услуга «Осветить пасочки онлайн». Что такое? Вот дуреха. Глянь, у меня подмышки пахнут, глянь, как она сходит с ума. Это очень сильно. Это надо, чтобы мне заплатили за рекламу дезодоранта. Помазал дезодорантом подмышки, и вон тёлочки сходят с ума, сучки. Может, тебе конкретно та не понравилась? Выберешь какую-то из этих пяти? А, Рокки? Можно? Можно, кушай, малыш. Чё ты прям аж глаза опускаешь? Посмотрите, опустил глаза, отворачивается. Как не подсовывай, прям отворачивается. Из каких соображений ты не хочешь вот эту вкуснотищу, а? Сладенькую вкуснотищу. Конечно, знаю, что сладенькая собакам нельзя, но меня возмущает, чего ты их не хочешь вообще кушать. Воу-воу-воу, тут еще праздничный салют начался. Посмотрите, какая паника началась. Ребят, все хорошо. Не переживайте. Рокичка, все в порядке. Не бойся. Ч-ч-ч-ч-ч-ч. Что за фейерверки? Это как бы не Новый год. Майк, давай сюда, иди сюда к пасочкам поближе. Оп, все, спрятался, малыш. Спрятался от фейерверков. Все хорошо, не переживай. На, пасочка успокоит, нет? Кто живет на дне стола? Рокки! Что ты так спрятался, красавчик? Вот так вот, в таком домике сладеньком, с такими башнями. Ну что, будешь? Рокки, ну чё ж ты так отворачиваешься? Если не нравится сладенькая присыпочка, вот, кусай тесто, нет? Что такое? Посмотрите, как он отворачивается. Да, Майки, сегодня понедельник, Пасха наступила для вас вчера, но для нас сегодня воскресенье, мы празднуем Пасочку. Напишите в комментариях, кто делал шашлычки, кто с кем праздновал. Чокались вы яйцами со своими братьями, сестрами, с родителями, бабушками, дедушками? Кто выиграл? Напишите все в комментах. Что такое? Прям так агрессивно? Вы это видели? Рокки прям агрится, прям злится, возмущается? Ваши варианты, что не так с Пасхой, с куличом? Творожный, вкусненький. А какие вы любите пасочки? С изюмом, с цукатами, обычные или творожные? Я всегда только покупаю. Еще ни разу Лера не пекла пасочки, а кто-нибудь печет самостоятельно, трудится целый день у плиты. Рокки, ну как так? Можно, кушай. Ваши варианты, может, с пасочкой что-то не так? А ну, Майки Маламуты в теме? Ай, Маламут не брезгует. То есть ты у нас христианский парень, да? Вот так вот сразу за пасочку взялся. Ай, вкусно взялся. А что скажет Дотя? А Дотя сразу со сладенького начала, да? С пасочкой мы видим все в порядке. Собакам нравится. То есть Маламуты у нас любят пасочку. А ну, стоп, отошли. Рокки, на. Рокки, будешь Пасху? На, можно. Малыш. С каким аппетитом, с какой пастью так... Вкуснотища-то какая. Ой, с изюмчиком творожная пасочка посыпалась. Рокки, у тебя еще есть попытка? Нет? Ну на ты, малышка, на.
Кусунькой, кусунькой. Напишите ваши варианты, что с Рокки не так? Действительно он не той религии? Потому что все мучное он любит. Что это за исключение сегодня? Ну ладно, тогда твоя челюсть справится с этой вкуснятиной, да, Майки? Ай, какой шнобель здоровенный у тебя. Ух, ух. Вкусно, вкусно-то как, вкусненько. Трескай, малышка, помогай, папульки, помогай. Со всех сторон, со всех сторон. Ты что, всю сладость хочешь забрать? Эй, Лекси! Хватай, хватай, хватай. Ай, красота, накрошили-то как. Ну что такое? А чем тебя порадовать тогда в Пасху? Может, мацу принести, а? Кто праздновал дома, кто на природе. Мы сегодня с вертолетиком, с игрушечным таким вертолетиком игрались полдня. Вы готовы? Рокки! Не быть не пилотом. Сейчас посмотрим на реакцию пёселей. Лекси, Лекси, ты готов? Майки? Арманчик, вон оно, ты чё не снимаешь? Ты готов? Лови, лови, лови. Оп. Эй! Стой, не ломай, не ломай. Майки, ну позязя. Майк, нельзя, нельзя, выплюнь, выплюнь. Молодец, 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 Майки. Ее погрыз. Просто первый полет, и она уже такая искривленная. Готовы? Готовы? Лекси, готова. Лови. А, красавчик, Рокки, красава. Рокки. Нельзя. Рокки, нельзя, нельзя. Рокки. Лекси. Нет. Лекси! Оп, стоять! Второй полет, всего лишь второй полет. Стой! Так, нажали, тут второй, первый, второй пар. Отдай! Отдай! Рокки, как так? Ты же тебя разобрал, трескал, а ты доломала, да? Отпускай, Лекси, нельзя. Ладно, уже можно. Уже можно. Уже с ним что угодно можно делать. Посмотрите эти огрызки. Теперь поломаны. Все, мы бежим читать ваши комментарии. Всем хорошего денечка. Если любишь пасочки и куличи, как Майк и Лекси, ставь лайк. Я на стороне маламутов. Я просто обжираюсь, обжираюсь пасочками. Все, мы бежим читать ваши комментарии. Кто какой у нас кулинар, кто сам готовит, кто какие пасочки любит, кто где и с кем и как отмечал. Все, всем пока.